«Финский гений». Под таким названием пройдет концерт Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». Посвящен он будет 150-летию со дня рождения Яны Сибелиуса. Также прозвучат произведения Сергея Рахманинова и Модеста Мусоргского. И такая подборка не случайна. Чисто музыкально, я думаю, что слушатель заметит некоторые сходные черты в музыке. Даже первая симфония Сибелиуса, там есть некоторые моменты, которые очень отсылают к музыке «Ночи на лысой горе» Мусоргского. В общем, несмотря на, повторяю, такие вот очень разные произведения, там есть просто даже вот какие-то куски, которые с точки зрения вот образа как-то очень близки, мне кажется. То есть образ какой-то вот нечистой силы, каких-то подземных, природных, стихийных. По признанию дирижера, программа подобрана сложная для оркестра и рассчитана на слушателя подготовленного. Первый концерт Сергея Рахманинова будет исполнять пианист Московской консерватории, лауреат международных конкурсов Вячеслав Киселев вместе с нашим симфоническим оркестром. И это уже третье совместное выступление. Прекрасный оркестр. Я всегда чувствую, когда здесь выступаю, что мирового уровня оркестр. Поэтому очень жду, что публике будет интересно и получит удовольствие. Концерт состоится завтра, 13 февраля, в Мемориальном центре в 17:00.